Итак, пополнили мы наш лайф-образ с окружением X-Face 4. Установили несколько программ, в частности Яндекс.Брос. Все это не из репозитория, а так от себятина. Все запускается вроде как и работает. Дальше мы установили виджет такой погодный, неплохой на мой взгляд. Здесь у него происходит прямо из него же, так открывается у нас такое окно, здесь нужно его настраивать. Ну, здесь все понятно, выбираем русский. По этой ссылочке нужно открыть окно браузера. Посмотрим, что у нас откроется или нет. Да, вот запускается у нас Firefox. Здесь нужно открыть свой, вот я беру область, город, свое место, район и город. Вот наша погода. Теперь нужно отсюда вот скопировать эти цифры и вставить сюда и добавить. Браузер, наверное, можно закрыть. Так, добавили, теперь закрыть и обновить. Вот видим, виджет заработал. Что здесь погода на сегодня, на завтра и в принципе на неделю. Такой подробненький виджет, здесь у него куча настроек в параметрах. Автозапуск приходит, то есть со стартом системы он будет стартовать. Вид, оформление, индикатор, куча значков, которые можно поменять. Ну и выбрать можно, чтобы он в 3 отображался. Вот. А отсюда уже можно его открывать, закрывать. Удобный, на мой взгляд, виджет. И еще установили мы такой офт-документ. Вот здесь находятся у нас подсказки по настройкам в дальнейшем. Это файловая система OptSoft. Здесь находится такой документ. Один и второй здесь вот там стал. Ну здесь в этом документе у нас что? О том, как настраивать, устанавливать то, что понадобится. Также вот верификация браузера. Firefox. Надо вот эту ссылку скопировать. Как видим, он у нас на английском. Так, вставляем нашу ссылку, которую скопировали, заходим по ней. Ну, здесь видим углу. Загрузить язык. Кликаем, указываем нашу версию, выбираем наш язык и install. Install. Ну, все вроде бы как установилось, но здесь по-прежнему все на английском. Дальше читаем документ. Так, это у нас для полимона. Вот он, наш документ. Копируем вот это. Вставляем сюда. Заходим. Дальше копируем вот это. Вставляем уже сюда. Вот видим такая строка. Двойной клик. Пишем ru. Окей. И теперь можно перезагружаться и проверять язык. Как
видим, здесь уже все по-русски. Здесь тоже по-русски. Telegram классификация. Так. Telegram у нас запустился. Ну, здесь надо зайти по настройкам. Наводим курсор сюда, зажимаем Alt плюс Shift клавиши и кликаем на этот курсор. Открывается такое окно. Теперь нужно показать путь, что файл расификации находится в папочке Opt, Mustoft, Telegram Lin. Вот он этот скрипт, то есть файл расификации. Открываем ОК. Перезагружаем и видим, все на русском у нас, да. Так, ну с этим вроде как все. Теперь вот браузер Polymon, кто желает установить, тоже в сторонних репозиториях он имеется. Но образ его туда проблематично засунуть, поэтому скрипт установочный. Но в нем, в принципе, все. Вот он, этот скрипт. Нужно все это выполнять в браузере из-под рута. Зашли под рутом. Ну, здесь команда прям прописана. Вот он, открывается скрипт наш. Здесь установка, удаление. И обновить его можно этим же скриптом. Ну и выход из установки. Все просто. Здесь подробно описана русификация, аналогично GuberFox, с небольшими там отличиями. Ну и прочая информация, кому нужна, читайте, пробуйте, устанавливайте. Ссылку на этот образ оставлю под видео. Вроде бы все работает, что мы установили. Прочее. Вроде бы как все работает здесь у нас. Ну все, на этом я закончил. Качайте, кому надо. Ссылка под фильмом.